Открытый урок в рамках программы «Цифровой ликбез» на тему «Электронные деньги» прошел в Владивостокской школе номер 17. То, что хранится у вас в кэше браузера, есть очень много уязвимостей на любых браузерах, которые хранят кэши. Это можно легко, они легко эксплуатируются, эти уязвимости. Поэтому хранить пароли в браузерах тоже я не рекомендую. В рамках просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности десятиклассникам рассказали о правилах ответственного поведения в интернете. По словам специалистов, школьникам необходимо помогать изучать технологии и повышать цифровую грамотность. Детям рассказывают, как пользоваться электронными деньгами, чтобы не попасть в мошеннические схемы, как правильно с ними работать, изучение там, как безопасность, логины, пароли, и которые они могли в своей жизни применять, дабы эти деньги не исчезли с их личных счетов. Данный проект «Цифровой ликбез» очень важен, и уверен, мы в следующем году продолжим для детей проводить такие уроки. Сотрудники регионального министерства цифрового развития и связи также объяснили ребятам, что такое цифровой след и почему необходимо устанавливать настройки безопасности в браузере. Анна Дьякова, новости на восьмом.